начали вместе играть. То есть организованная и дружная игра. То есть обороняться всей пятеркой, да, играть в оборону хорошо. И атаковать то же самое. Поэтому именно уверенность в игре, именно уверенность в партнере, который рядом, да. Ну и определяет то, что мы повернули в центральный проект. Ожидается ли Динамо вернулась домой, Мы надеемся, что ребята, которые там не играют, которые подходят к нам, явно, то есть, конечно, они могут приехать. Я думаю, что обязательно. Все, спасибо.